Торжественное открытие Яндекс.Лицея состоялось накануне в Нарьян-Маре. Мероприятие прошло в актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума. Яндекс.Лицей – это нестандартный образовательный проект по обучению школьников программированию на языке Python. На сегодняшний день это один из самых популярных языков в мире. Учебная программа рассчитана на 2 года. Обучение будет осуществляться бесплатно. Подробности у моей коллеги Ольги Русул. Стать лицеистом – задача не из легких. Трехступенчатый отбор из 136 желающих учиться в Яндекс.Лицее во второй этап прошла всего лишь половина. А по итогам последнего – только 30 человек. Все они сейчас в актовом зале аграрно-экономического техникума. Ну, это скорее было больше волнительнее, чем трудней. Это было не так трудно относительно, но было интересно. Курс обучения рассчитан на 2 года. По окончанию школьники получат сертификаты, которые пригодятся в дальнейшем для поступления в вузы. Программирование далеко будет не лишним. Также, возможно, я буду поступать в какой-то технический вуз или связанный с информатикой, физикой. Я собираюсь связать с IT-сферой. Знания, которые я здесь получу, будут мне необходимы для этого, для поступления именно в технический вуз. Не менее жестким был отбор и преподавателей в Яндекс.Лицей. Их будет 2. Елена Карельская и Анна Семяшкина. Что нужно для того, чтобы научиться хорошо и качественно программировать? Ну, для себя я отметила таких 3 базовых вещи. Первое – это логически мыслить. Естественно, что не умея логически мыслить, нельзя написать качественный программный код. Второе – это целеустремленность, упорство, идти до конца. Наш регион, один из первых на северо-западе, включился в реализацию проекта «Яндекс.Лицей». Ненецкий аграрно-экономический техникум, на базе которого будет проходить обучение, также прошел отбор на соответствие. Это дополнительная общеразвивающая программа для ребят, как правило, это 8-9 класс, но также нам Яндекс.Лицей дали разрешение, что могут обучаться по этой программе еще студенты первого курса и также ребята, которые шли учиться в 10 класс. Это язык программирования Python и 2-й год это промышленное программирование. В Ненецком округе проект реализуется при поддержке губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского, Департамента образования, культуры и спорта, Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Ненецкой нефтяной компании в рамках нацпроекта образования и регионального проекта «Цифровая среда». На сегодняшний день мы понимаем, что в рамках федерального проекта у нас предусмотрена будет федеральная субсидия по оборудованию, по предоставлению оборудования образовательной организации. И, конечно, да, данный проект – это будет огромным подспорьем в реализации данного проекта. Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти Ненецкой нефтяной компании Наталья Рочева отметила, что по итогам учебы лучший студент лицея пройдет профессиональную стажировку в компании. Напомним, что занятия в лицее начнутся уже завтра, 2 октября. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».